Город Уфа. У нас фотоаппарат EOS 1D Mark IV. И пришел он после техносервиса, который ничего не сделал. Отказался. Так, причина отказа тут написано следующее. Так, нет технической возможности ремонта. Вот написано. И ошибка 01. Где ошибка 01? Сейчас посмотрим. Так, в руках у меня аккумулятор от фотоаппарата и номер аккумулятора. Думаю, так видно. Стартуем аккумулятор. Точнее, вставляем, стартуем фотоаппарат. 8000-ная. Нет, все работает. Обычно ошибка 01 выскакивает, когда объектив какой-то не работает правильно. Давайте поставим тот, который работает точно правильно. Давайте закроем апертуру. Работает? Так, не видно, наверное. Live View. Так, в режиме Live View. А что ты ничего не показываешь? 8000-ная, потому что давайте сфокусируемся на каком-нибудь объекте. 24. Есть, отрабатывает. Сейчас апертуру откроем. Да работает так-то. А что не так-то? Я не понял. Ошибка. Ты где? Так, есть подозрение, что проблема не в нем, не в фотоаппарате. Но фотоаппарат надо подключить сейчас к софту. Итак, аппарат подключен к сервисному софту. На экране у нас сейчас торнадо. Нажимаем Connect. Перезапустил, все заработало. Так, ошибки. Мне самое важное посмотреть ошибки. По пробегу. Затвор пробежал 163 тысячи, зеркало пробежало 160 тысяч. Детали ошибок. Смотрим. Так, интересует та самая ошибка 01, которая выскакивала на экране. 20-ю ошибку вызвал я. Я сейчас этот смотрел его, этот аппарат. Прощелкивал. Хотя нет, тут и раньше вроде как появлялась. Ошибка 20 на 85 миллиметров. Ошибка 20. Угу. 20. Ага. Значит, у нас имеется ошибка 20. И она происходила с разными объективами в разное время. Исходя из увиденных ошибок, можно точно сказать, что положение затвора периодически нарушается. Это может вызывать разные проблемы, как контакт, который находится в верхней части, так и в затвор. Вскрытие покажет. Ну а далее отправился аппарат на стенд, и там уже вскрытие показало, что есть в некоторых местах выработка, и выработка эта накопилась и создавала проблемы. Вот, например, соленоид тут забился, программная шестерня тоже запачкалась конкретно, и нужно было это все почистить, и в результате чистки аппарат снова стал работать как надо. Аппарат у нас больше не выдает ошибок. Все работает отлично, настроен как часики, и еще будет радовать своего пользователя. Ну а теперь чистка. Теперь, когда аппарат подготовлен полностью и можно его отправлять, перед отправкой я обязательно вот этой зеленой жидкостью почищу его как следует, чтобы у заказчика было приятное ощущение от фотоаппарата. Ну и почувствуйте разницу. Где разделитель был, там вот так, где почищено вот так. Ну и в общем-то вот. Сразу видно разницу.
Ну, теперь это, наверное, точно последнее видео этого года. Аппарат готов к работе. Отправляем его в ближайшее время. Надеюсь, транспортные компании еще будут работать в новогодние праздники. Ну, а с вами был Иван, канал Digital Shaman. Всех с наступающим Новым годом. Пока.